27-мм минометы. Ну что сегодня было слышно? Вчера я сейчас слышал, была тяжелая артиллерия в Савушке. Откуда они вам рвут? Тут уже трудно сказать, или синоваты. Это грады, поменьше минометы. Средние это минометы 120, самолеты 83 минометы. Васильки. Они, наверное, как шахматы играют. Ну да, грады они скидываются сильнее. Сейчас пройдем на ту сторону, будет видно, как градами попадали в жилой дом. С той стороны заходы. Идет обстрел по нашим позициям со 120-х минометов и только что прозвучали выстрелы самоходной артиллерии, которые намного мощнее, чем минометные взрывы. Бои продолжаются все время, эти перемирия, ну, редко соблюдаются. Они дают изначально небольшие промежутки тишины, а потом опять что-то, ну, опять начинается обстрел. Когда обстрелы, когда диверсии. Зовут меня Вера Андреевна. Я фельдшер скорой помощи. Это кабинет, где оказываем помощь больным, раненым, всех, кто обращается сюда. И с простудой, и проблемами здоровья. Проходите сюда. Все для капельниц, все для перевязок, при травмах грудной клетки, повязки, жгуты. Вначале не было здесь вообще медика, поэтому я единственный медик, который помогал. Сейчас у нас хирург, терапевт. Меня зовут Надежда, я из города Авдеевка, проживаем в этом городе. Приходим на блокпост, ребятам помогаем, чем можем, готовим кушать, ну, все, что в наших возможностях, помогаем. К измене пока что особо мы не видим, потому что у нас с момента, вот с июля месяца, практически нет ни света, ни воды. И вот когда была зима, тепла вообще в квартирах не было, но люди как-то вот выживали. А тепла не было, потому что идет подача с Авдеевского коксохимзавода тепло, и постоянно бомбили теплотрассу. Ну, вот мы как бы зиму пережили. И сейчас надеемся, свет, что сразу же выбивали. Да, свет, вот мы вот это свет только всего 2 недели, как у нас в Авдеевке свет. Воды до сих пор нет. 1,5 месяца не было света. Да. И до этого с июля у нас еще не было света. Потом. Вот только починили. Так что мы считаем, что практически 7 месяцев, 6,5 года живем без света и без воды. А Украина как объединилась, народ. Гуманитарная помощь идет, и баночки там, и варенье, и медик, и пекут, и пирожки, и вареники передают. Постоянно, постоянно, вот видно, в каком участии людей во всем этом. Молодцы. Спасибо волонтерам, что не забывают наши. Практически через день, через два привозят. С нашей стороны, да, не отвечают ребята, а те постоянно обстреливают. Ну так и живем. Мы надеемся, что когда-то наступит мир, когда-то мы победим, когда-то все будет хорошо. Слава Украине! Героям слава! Слава Украине!